школа, вольно. Сьогоднішнє свято першого дзвоника присвячене 25-й річниці незалежності України. Моя Україна, народ мій коханий, брати українці, мої земляки, здоров'я і щастя вам, рідні краяни, добробуту, миру на довгі роки. Єднаймося, браття, хай чиста іскрина запалить любов'ю гарячі серця, і піснями наповниться вся Україна, від щастя якому не буде кінця. Школа, ты вновь принимаешь гостей, добрых, надежных и верных друзей. Пусть будет тепло и уютно вам в стенах школы своей. А кто, как не директор школы, позаботится о том, чтобы ребятам было приятно и комфортно учиться и проводить свой досуг в обновленных, красивых, за лето классах? Слово предоставляется директору нашей школы Топорковой Наталье Семеновне. Сегодня в нашей родной школе наших дорогих учащихся, наших дорогих родителей, наших уважаемых гостей. Хочу поздравить всех с наступающим новым 2016-2017 учебным годом. Этот год действительно знаменательный.
потому что мы его посвящаем 25-й годовщине независимости нашей страны и 73-й годовщине освобождения нашего родного города от немецко-фашистских захватчиков. Уже традиционно ребята, родители знают, что у нас очень много поздравлений, праздничных телеграмм, приходят нам подарки от различных друзей школы. И сегодня такую телеграмму я с гордостью могу зачитать от нашего харьковского городского головы Геннадия Адольфовича Кернеса. Дорогие ребята, уважаемые родители и учителя Харькова, примите искренние поздравления с Днем Знаний. Начинается еще один школьный год. На смену каникулам приходит новый ритм жизни, рабочий, хлопотный, но в нем есть место радости, от встречи с друзьями, от новых интересов и возможностей, которые вас ждут. Я разделяю волнения первоклассников и их семей. Впереди долгая дорога, пусть она будет вам по силам, и знания даются вам легко. Желаю малышам найти верных друзей и добрых настоящих учителей, в чьих руках детские таланты смогут расти и развиваться. Я с уважением и благодарностью обращаюсь к многотысячному коллективу харьковских педагогов от имени всех родителей. Мы доверяем вам самое дорогое, надеемся на вашу сердечность и профессионализм. Уверен, что отношения школы с родителями можно строить конструктивно и взаимовыгодно. Неформальное, доверительное общение, шаги навстречу друг другу приведут к правильному решению проблем для пользы наших детей. Желаю ребятам расти талантливыми и успешными, а главное – счастливыми. А нам, взрослым, несмотря ни на что, оставаться мудрыми и сильными ради их спокойного и мирного будущего. Добра и благополучия всем нам! Уже традиционно Геннадий Адольфович Кернес всем нашим первоклассникам дарит вот такие замечательные книги «Букварик первоклассника». Прошу вручить эти подарки нашим малышам. Четвертых классах в своих классных кабинетах получат замечательные подсказочки, переливашки с таблицей умножения для того, чтобы вы ее не забывали никогда. Поздравительная телеграмма пришла также от нашего областного совета. Щиро вітаємо всіх вас із вересневим святом першого дзвоника, Днем Знань, який відкриває світ пізнання та сходження до одвічних життєвих джерел. День Знань став по-справжньому всенародним святом молодості, мудрості, доброти і надій. Це день, із якого починається дорога в майбутнє для кожного з нас. Педагогічні працівники Харківщини докладають чимало зусиль для творчого розвитку самозатвердженого молодого покоління, щедро дарують свою життєву мудрість та сповна розкривають педагогічну майстерність на світянській ниві. Вчіться, щоб знати, діяти, створювати. Упевнені, що зерна науки дадуть добрі сходи і зростуть у ваших душах урожаї мудрості та натхнення. Пам'ятайте, освіта збереже Україну. Зі святом вас усіх і з Днем Знань, з початком нового 2016-2017 навчального року. З праздником, дорогі всіх нас! Присутствуют почетные гости. Качанова Виктория Викторовна, помощник народного депутата Виталия Юрьевича Хомутынника. Киркова Елена Александровна, директор Харьковского городского совета Тимофеева Надежды Николаевны. Орлова Елена Григорьевна, представитель организации ветеранов Коминтерновского района. Слово предоставляется Качановой Виктории Викторовне.
день, действительно добрый солнечный день, день знаний. Дорогие ученики, родители, директор, гости, преподаватели и учителя, позвольте от имени Хомутынника Виталия Юрьевича поздравить вас с этим замечательным и таким непростым, наверное, днем. Пожелать вам самое главное здоровья, удачи, успехов в учебе. Первоклашкам замечательно начать свой школьный путь. Успехов вам, новых интересных знаний, потому что у вас начинается очень ответственная пора. Конечно, ответственная пора начинается и у 11-классников, потому что еще год, и вы будете уходить в большое плавание. Перед вами будет открываться уже взрослая жизнь. Поэтому вам тоже успехов. Поступить в те вузы, которые вы хотите, и добиться побед и успехов в своей жизни. Родителям я хочу пожелать стойкости, терпения. Поблагодарить родителей, преподавателей за то, что вы есть, за то, что вы поддерживаете своих детей. Преподаватели за то, что учат, потому что это большой титанический труд. Поэтому большая благодарность вам за это. Поэтому я еще раз хочу вас поздравить с праздником, пожелать всего доброго и подарить подарок от Хомутынника Виталия Юрьевича для школы. Многофункциональное устройство, которое облегчит учебный процесс и сделает его интереснее. Вручу я директору вашему с удовольствием. Еще раз с праздником и в добрый путь! Дорогие взрослые, дорогие ребята, первоклассники, 11-классники, все ребята, поздравляем вас с началом учебного года. Сегодня очень солнечный день. Пусть над вами в этом учебном году всегда светит солнце. Пусть в ваших семьях будет мир, добро, благополучие, здоровья вам крепкого, счастья и успехов в учебе. Президент Федерации кемпа Украины Борис Сушинский со своими воспитанниками.